Девочки, всем привет! Привет! Снимаю вам очередное видео на обзор покупок для скраббукинга. Здесь очень много покупок, потому что в последнее время не было особо времени снимать видео, поэтому все решила снять в одном. Здесь и материал для моего нового проекта свадебного альбома, и совместный мой заказ с Леночкой из Москвы с сайта Битси. Мы с ней решили поделить доставку пополам и заказали каждый там то, что нам нужно. Заказы блоков для блокнота в группе ВКонтакте. Еще заказик украшалок для свадебного альбома из моего любимого магазина Scrap for Favorite. В общем, много-много всего и несколько совместных закупок из Америки. Давайте все уже смотреть. Итак, первое – это заказ, который я сделала в группе ВКонтакте. Ссылочку на нее постараюсь оставить, если найду. Потому что заказывала давно, пока заказ дошел, уже могу не вспомнить, где брала, но постараюсь. Значит, я там заказала такие всякие а-ля расходные материалы. Значит, взяла вот такой вот каптал. Здесь вот он так аккуратненько намотан. Сейчас я вам постараюсь показать. Здесь вот скотчем заклеен. Вот такой вот каптал. В принципе, универсальный. Под любой альбом подойдет. Какой-то нейтральный. Вот такой вот каптал всегда нужен. Особенно под тоненькие какие-то бэби-буки, где помпушки не очень смотрятся, как там будет смотреться отлично. Дальше там же я заказала стандартные обложки на паспорт. Тут у меня 10 штук. Ну, не буду открывать, потому что ничего такого здесь нет. А, это мне положили в подарочек. Что у нас здесь? А, здесь вот такие вот бабочки. Какая-то вырубка такая. Так что опять с фокусом. Надеюсь, сейчас настроится. А, бирочка, ручная работа, какие-то цветочки. Так, что у нас с фокусом? Вот. Такой вот. И здесь пуговички и мелкий такой микробисер. Такой маленький, но очень приятный подарочек. И я заказала несколько разных блоков для маленьких блокнотиков. Хочу поделать на такие, знаете, небольшие подарочки. Один покажу. Там у них, по-моему, если 10 брать, 2 мне положили в подарок. Здесь вот чередуются странички. Уже вот место для вклеивания. Такое вот. Но все равно сюда форзац еще будем делать. Поэтому вот таким вот образом все уже проклеено. Сплетен каптал. Очень удобно. Такие вот небольшие. Я так понимаю, что это наполовинка А4. Не знаю формат, честно говоря, такого блокнотика. Но вот для маленьких таких подарочков, каких-то ручной работы, очень классно. Здесь у меня есть и розовые, и крафтовые. Еще крафтовые люблю. Еще фисташковые. Еще у меня тут 2 голубых. Еще такой сиреневый. Вот. И еще крафтовые. В общем, у меня тут всего такая вот стопочка, 12 штук. Очень, кстати, цена была приятная. Меньше 100 рублей, кстати, по-моему, даже. Так, дальше вот этот вот заказик. Это у меня из моих совместных покупок в группе ВКонтакте, в которой я часто очень беру все свои, большую часть дорогих инструментов я заказывала именно там. Это я заказала из наличия. Значит, здесь 2 таких вот наборчика для шейкеров. Сейчас покажу. Здесь вот такие квадратные окошечки уже с выемкой. И прямоугольные такие небольшие. Производитель. Не знаю, как это производитель. В общем, такие вот 2 набора. Дальше Cute Girl от Create Paper. Такой вот набор звездочек, сердечек и таких дотсов. Сердечки хочу использовать в свадебном альбоме. Такие золотые, хорошо будут смотреться. Звездочки всегда пригодятся. И вот такие вот скрепочки. Тоже могут пригодиться. Наборчик. Потом взяла я один такой вот подушечку Distress. Вот такого вот она. Фисташкового цвета. Давайте сейчас откроем. Даже не распаковываю еще. Вот такая вот подушечка. Белая коробочка есть. Давайте попробуем вот так. Опа. Ну, какой-то вот такой вот
Я бы сказала, что он не совсем фисташковый, но цвет красивый. Такой немножко меловой эффект. Мне нравится. Так. Ну и взяла я два еще набора чипборда. Вот Create Paper. Это Baby Boy и Baby Girl. Потому что говорят, что скоро снимут их с производства. А мне этот чипик очень нравится. Поэтому заказала сразу еще два наборчика такого чипика под заказ. Так, из мелочевки. Еще с Алиэкспресса пришел мне вот такой вот молот. Так, сейчас фокусируется с русским алфавитом. Ну, мне показалось очень тонкий. Конечно, попробую залить его пластиком. Посмотрим. Обычно они такие жирненькие молоты с Алиэкспресса. Какой-то тонковатый, да? Так, теперь то, что касается заказа с сайта Битти. Сейчас я вам покажу то, что для свадебного альбома, покажу отдельно. Значит, там была очень хорошая цена на вот такой вот набор от Примы. По-моему, это, да, Прима. Новогодняя коллекция бумаги. Sweet Peppermint называется. Давайте с вами его посмотрим. Здесь вот такие карточки. С обратной стороны такие вот горошки. Кстати, не обязательно для Нового года использовать эти вот горошки. Они такие универсальные. Их можно в детском альбоме. Так. Здесь, по-моему, по 4 листочка. Одинаковых. Да, дальше вот такие карточки. Вот здесь такая уже новогодняя, конечно, обороточка. Дальше вот такой листочек с таким классным Дедом Морозом. На обратной стороне просто такой бледный горошек. Таких листочков 4. Дальше опять такие вот карточки всякие. Кстати, для декабрьских дневников тоже можно эти карточки использовать. Я как бы не веду декабрьский дневник, но бордюрчики. И с обратной стороны, опять же, вот это вот очень мне понравился принт вот этой обратной стороны. Опять же, для детских альбомов. Хорошо. Я вот часть этого альбома планирую именно не на Новый год, а детские альбомчики пустить. Так, вот интересные такие мелкие карточки с обратной стороны. Такой вот интересный газетный принт. Так, очень дешево стоил набор, поэтому его купил. Сейчас уже, конечно, не вспомню. Так, и наклеечки тоже. Вот еще. Здесь, кстати, какой-то, здесь вот буквы какие-то. Так, тоже наклейки. Вот такой вот примерский наборчик. Так, это Леночка, мы с ней делали скрапами. Это она мне вот еще положила такую выпуклу красивую. Еще вот на фальке розочки. Как раз в свадебном альбоме пригодится. И вот такие она замечательно делает колечки обвязанные. Тоже очень здорово. Такие вот. Так, и лампочки от Примы знаменитые я там заказала. У нас они стоят почти в два раза дороже, чем нам сбиться обошлось. Так, и вот такой вот я взяла набор. Ну, просто попробовать эти Цибел Скрабур Кит от Карен Фостер. Ни разу не брала ничего, у меня не было этого производителя. Значит, здесь в наборе вот таких вот два листа наклеечек простых. Один вот алфавит, очень приятно пригодится. И вот такие вот большие наклейки. Сейчас покажу саму бумажку. Ну, бумажка, кстати, тоненькая достаточно вообще. Прям, посмотрите, мне кажется, грамм 160. Не написано нигде. В общем, бумага мне не понравилась по качеству. Два, тут по два листочка односторонних, два листочка вот таких. Два вот с такими вот бодиками. Медвежатки. Очень симпатичные. Жалко, что бумага очень тонкая. И еще два листочка таких вот зелененьких. Вот. Ну, эти вот листочки, их есть только на подложке под фото, клеить вот на более плотную основу, которую и так вот использовать. В качестве страницы для альбома они, конечно, для кардатов каких-то не подойдут. Слишком тонкие листы. Так, это вот заказы, которые просто конкретно не привязаны. И теперь давайте уже посмотрим то, что для свадебного альбома.
наверное, к тому моменту, когда выйдет видео, с тем, как у меня сейчас со временем, половину я, наверное, уже сделаю. Так, как всегда, замечательная коробочка. И здесь у нас куча всякой разной красоты. Здесь у меня, посмотрите, целых два вообще подарка. Очень здорово. Подарки посмотрим потом. И так как в моем альбоме персиково-сиреневая тема такая, здесь у меня вот очень красивые тканевые цветы в этой тематике. Значит, вот такой цветочек сиреневый тканевый. Вот их два, по-моему, в наборе было. Дальше букетик вот такой вот. Тоже в сиреневой такой тематике, как с ягодками такими в серединке. Дальше вот этот очень красивый, посмотрите, такой вот стразовой серединкой, прям очень здорово. Таких вот тоже два цветка. Там просто по два в комплекте, думаю, вот какой-нибудь, да, обложку. И два вот таких вот персиковых, тоже со стразовыми серединками, очень красивые. Два поменьше таких вот, но очень пушистые такие цветы. Это, мне кажется, как пионы они сделаны. Один чуть более сиреневый, другой чуть понежнее. Так, это вот такой же, как самый первый, вот еще один. И мелкие такие вот сиреневые розочки. Дальше. Так, это я потом открою. Вот этот пастель Flower. Давно, сейчас тут многие покупают. Вот взяла в сиреневых тонах набор цветочков. И в персиковом. Опять же. Их можно прямо заказывать у производителя, но я оба раза покупала их у посредников. И вот такие вот еще они как эмалевые. Тоже опять же розочки. Сиреневые и кремовые. Дотсы, куда же без них. Вот такие вот, опять же, сиреневые тематики. Так. И здесь, вот, как я вас обманула, вот в этом пакетике то, что я заказывала. Так, здесь у нас ленты и кружево. Значит, вот такая вот лента с градиентом цвета, вот как раз персиковый, сиреневый, именно то, что нужно. Может быть, думаю, завязки сделаю альбома из этой ленты. Она как раз достаточно широкая. Дальше вот такая вот лента. Тесьма сиреневая. И вот такой вот бледно-бледно-сиреневый. Он даже здесь как бежевая смотрится. На самом деле она бледно-бледно-сиреневая. Такой вот кружево тоже, думаю, куда его там пустить. В какое место, но обязательно придумаю. Так, это то, что касается ленточек и тесьмы. Из стразовых украшений тоже тут у меня. Здесь кое-что. Для свадебного альбома я заказала две короны. Вообще, я думала... Так. Вот такие вот не могу открыть. Сейчас все-таки открою вам. Покажу. Ага, так, пожалуйста. Очень красивые. Подумаю, есть у меня одна идея, но сразу рассказывать не буду. Но вот взяла их именно для этого альбома. Такую. Короночки. Так, и давайте посмотрим подарочек. Мы, как всегда, заботливо положили. Что у нас здесь? Здесь у нас такой вот бледно-розовый, персиковый, розовый, шифоновый цветочек. Опять же, тема к моему альбому. Вот такой вот кусочек кружева. Тоже красивый. Так, и вот такое вот сердечко.
И бабочка сиреневая, все как раз в тему. Очень здорово. Так, это вот то, что скрафтировали, я сказала. И мне нужно было где-то заказать скрафт-мир коллекцию сиреневой мечты полностью. И я нашла все, что мне нужно в магазине «Храни воспоминания». И еще я у Лены Витяева заказывала чип. Вот, вот видите, у меня тут все вместе лежит. Именно на свадебную тематику. И плюс именные надписи, которые мне были нужны для альбома. Давайте посмотрим, значит, то, что у меня тут из чимборда. Значит, вот такой вот чипик у них с невестой. Это вот Wedding Day, день свадьбы. Вот такая вот пара красивая. Надписи. Как раз именные надписи. Мне лучше вот так показывать, чтобы лучше было видно. Здесь я заказывала «Утром невесты», «Даты свадьбы», «Love Story» и «Михаил и Марина». То, что мне нужно для альбома. Так, записочку Лена положила. Всегда очень приятно. Так, вот такая вот дама. Это я вот думаю, что может быть на «Утром невесты». Вот такая вот пара. Ну, я, конечно, не весь чип использую в альбоме, но там посмотрю, какие будут лучше смотреться. Такой чипик. Так, это вот жених у нас. Так, это у меня был подарочек от Леночки, потом покажу. Это вот история нашей любви. Пригодится. Просто когда мне заказали свадебный альбом, сказал, что у меня вообще ничего на свадебную тематику нет. Поэтому я решила побольше заказать, чтобы на будущее у меня были такие ангелочки симпатичные. Так, еще вот такая пара. Вот такая пара. И вензелечков заказала разных. Каких-то объемных. Для любви. Здесь вот мистер и миссис. Такие интересные рамочки, чтобы фото вставить. Так, это всякие свадебные штучки. Тут голуби, лебеди, машинка. В общем, опять же, в эту тему. Так, чипборд закончился. И здесь вот еще мне Лена положила в подарок. Это подложечки под анкеры. Такие тоже неделечки. Цветочки вот очень красивые. И здесь еще бокальчики. Очень здорово все. Так, ну и теперь то, что в храни воспоминания, собственно, я заказывала. Значит, здесь у меня вот весь заказ. Так, заказала я несколько молдов. Ну, что-то для свадебного альбома, что-то вообще. Вот просветовский знаменитый карусель детскую заказала. Дальше вот как раз два сердечка, это на свадебную тематику. То есть карусели почему-то положили мне две. Ну, я, точнее, я случайно заказала две. Такая вот пара. Попробую залить ее пластиком, что получится для альбома, может быть. Дальше две шеби-ленты. Ну, стандартная, одна персиковая, другая сиреневая для альбома. Дальше вот такие вот кудрявые розы, набор сиреневых оттенков. Дальше молд от Артузора на свадебную тематику. Ну, очень мелкий какой-то он оказался. Не знаю, буду использовать или нет. Так, дальше взяла я шейкер. Несколько сердечек. На случай, если вдруг хочу где-то там в альбоме сделать шейкер.